Казахстан продолжит наращивать тесное двустороннее сотрудничество с ОБСЕ. Об этом сегодня в Аккорде сообщил Касым-Жомарт Токаев на встрече с действующим председателем организации министром иностранных дел Польши. Збигнев Рау прибыл в Казахстан в рамках регионального турне. Президент отметил, что визит имеет также важное значение для укрепления сотрудничества между Казахстаном и Польшей. Взаимодействие Казахстана с ОБСЕ же будет и дальше идти в военно-политическом, экономико-экологическом и гуманитарных направлениях, отметили стороны. Кроме того, глава государства проинформировал гостя и о готовящемся референдуме. Збигнев Рау высоко оценил казахстанскую модель межнационального и межконфессионального согласия и выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за постоянную поддержку польской диаспоры, проживающей в нашей стране. Референдум – это начало процесса важных политических преобразований в нашей стране. Работа по продвижению демократии в Казахстане будет непрерывно продолжаться. По итогам 2021 года товарооборот с Польшей увеличился на 12%, достигнув 760 миллионов долларов. Считаю, что у нас есть хорошие возможности для наращивания взаимной торговли. Предстоящий референдум – весьма важный знак проявления политической воли для положительных изменений. Должен отметить, что конституционные реформы в вашей стране нацелены на укрепление принципов демократии, свободы и верховенства закона.